начинаем со стандарта. У нас второе место занял Соколов Антон. Емельянова Юрия. Так, теперь первое место Абрамов Анатолий. И вместе Евтушенко Александр. Пожалуйста, постройте. Получите. Спасибо. А у вас нет такой? Отдавай, сидет у меня. Ну ладно. Молодцы. Доехали, добились своих успехов определенных. Ну что, главный фильм. Честь и фильм. Все, спасибо, следующий. Дальше у нас спортивный зачет. Третье место Фетисов Эдуард и Долматов Иван. Это какое? 1600 или 2000? Это 1600. 1600. Снизу. Мать радость. А, машина тоже одна. Так, второе место. Соловьев Стас, Мосягин Александр. И первое место. Некто Кондрашов Сергей. Знаете, как? Иванов Виталий, приглашаю вас на высокую трубочку. Если бы я тебе не сказал про трубу, ты бы не доехал. Поздравляю. О, некто дядя Коля. Свет. Конечно, пузырь. Пузырь-то мне. Поздравляем вас. Ура! С успешным окончанием данного соревнования. Желаем в будущем еще лучших успехов. Хотя бы первое место куда лучше. Так, следующий зачет у нас спорт 2000. Третье место. Жуковский Андрей и Почигайло Алексей. Столица славного города Выбор. Спасибо. А? Как интрига? Что-то не очень. Да, не раз. Так, второе место. Юматов Алексей и Жов Владислав. Спасибо. Если бы этого не было, кто бы? А, ну ладно, все, спасибо. Спасибо, прям на прыжке. Да, да. Первое место. Макаревич Евгений, Звонкин Алексей. Все, спасибо, счастливо. Хотя один, что ли? Не знаю, почему. Ну, очень надо было быть. Уважительно. Что, да не должен быть? Нет, надо. У тебя же две руки. Ладно, поздравляю, ребята. Молодцы. Хорошо. Все молодцы, кто доехал. Так, теперь у нас такой спортивный абсолютный зачет, в котором Макаревич Евгений и Звонкин Алексей заняли третье почетное место. Еще три руки. Есть. Как же я буду еще? Ну что, ваш Анна Александровна. Не пройду же мимо. Не пройти мимо.
Так, второе место. Чуков Евгений, Митин Андрей. Абсолют. На этом соревновании у нас участвовал экипаж, который ехал в спортивном зачете. Воронов Дмитрий, чемпион России. Раза 4 или 5, наверное, или 6, не знаю. Башмаков Алексей, тоже неоднократно победитель чемпионатов России. К сожалению, они сказали, извинились и сказали, мы очень торопимся. Поэтому... Обойдёшь? Я за них выпью шампанское. Тебе дару. Ну ладно. Ура! 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 Молодцы! Нас мало, но нас хочу маленькое сообщение сделать. Большое спасибо за то, что вы посетили наше соревнование. Я думаю, что всем очень понравилось. Очень, да, очень, да. Неплохие дороги, интересные. А кто поедет в Псков, это самая лучшая тренировка. Псковская гонка, да, еще дорога такая же. И приглашаю вас на следующее соревнование, которое у нас пройдет 18 июня перед белыми ночами в городе Приозерском районе, населенный пункт Севастьянова. Если кто-то был в прошлом году, то трасса будет та же самая. С радостью вас приглашаем, ждем, рады будем видеть.